Йоу! Да, всем привет, друзья, с вами Гантриус. Возможно, вы уже забыли даже меня, а некоторые, возможно, отписались. Что ж, сегодня я попробую в данном ролике немножко объяснить, где же я пропадал и вообще, что произошло за последнее время со мной. Что ж, давайте начнем с хорошей новости. И, само собой, вы сразу заметили. Новый вышел ролик. Но как? Интересно, давайте подумаем. Точно. Компьютер. Да, у меня появился компьютер. Теперь у меня будет, наверное, качество хорошее, монтаж и прочее. Так что это, возможно, сказать, круто. Да, это круто. И давайте перейдем ко второй новости. У меня по-прежнему будет контент по Роблоксу. Возможно, отчасти будут и другие ролики, но... кроме тематики реально Roblox, то что он надоедает иногда мне. Но это не точно, потому что я еще не знаю вообще на какие игры снимает, на какую тематику, типа вообще на какую рубрики и прочее вот это. И давайте перейдем к третьей новости. У меня до сих пор не появился нормальный микрофон. Ну, то есть качественный. Так что пока что я буду пользоваться более дешевым микрофоном. Кстати, вот так выглядит мой микрофон. Да, не совсем прям вау, офигеть, но в принципе пока что мне он нравится, пока что по звуку более-менее, если еще обрабатывать в Audacity, то будет еще лучше. А пока вот. Кстати, я еще забыл кое-что сказать. Пока что я только улучшу превью, ну немного аватарку изменю, хотя я уже это сделал, вы это заметили уже. Вот такие, короче, дела. Ну и, кстати, также я планирую делать новые рубрики, так что ждите и нет. Не думайте, что все, вот выпустил опять этот ролик, типа оправдание, типа вот это, типа, ой, блин, извините, опять вернулся, там оправдание учеба, времени нету, а лень просто. Нет. Я не пропаду на месяц, на два, на три, или может на год. Нет, всего этого не будет. Так что я попробую выпускать почаще ролики. И да, если я запинаюсь, вот сейчас как запнулся, это я просто не привык еще так говорить, просто потому что... Что-то у меня мало практики пока что было. Ну что ж, всем удачи и до новых встреч!